Известный своими скандальными выходками актер Алексей Панин снова под пристальным вниманием правоохранителей. По своему обыкновению артист сам решил, как сейчас принято говорить, хайпануть и выложил в интернет видеоролик, на котором нарушает правила дорожного движения. Едет, как показалось многим пользователям, с явным превышением скорости. За руль не держится и не пристегнут ремнями безопасности. Конечно же, на такую дерзость тут же отреагировали в ГИБДД. Я ехал со скоростью 60 км в час, спидометр на видео видно очень хорошо, я ехал по полупустой дороге в своем ряду. Единственное мое нарушение было в том, что я был не пристегнут. Согласно сведениям базы данных ГИБДД, за гражданином числится 248 правонарушений в области безопасности дорожного движения. Все они зафиксированы камерами фотофиксации. При этом имеются основания к привлечению водителя по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Уклонение от административной ответственности». В ближайшее время полицейские намерены побеседовать с автором скандального видеоролика.